Добрый день, уважаемые дамы и господа, добрый день, дорогие друзья. Я рада вас вновь приветствовать на портале Министерства культуры Российской Федерации «Культура РФ» от лица Библиотеки иностранной литературы, Центра славянских культур и Болгарского культурного центра. Мы вновь вам представляем болгарские сезоны в иностранке, но уже новую серию интереснейших культурных мероприятий. Дорогие друзья, прежде всего мы хотим вам пожелать здоровья, творческого вдохновения и сил. Ну а мы с Болгарским культурным институтом готовы знакомить вас и дальше с болгарской культурой и литературой и открывать вам интересные вещи в данной сфере. Итак, сегодня наш разговор пойдет о фантастическом реализме Павла Веженова и его барьере, об Иннокентии Смоктуновском как выразителе философии и поэтики автора. И я рада представить вам сегодня наших гостей и замечательных экспертов. Они сегодня в нашей студии. Итак, сегодня с нами дочь писателя Павлина Дечева-Веженова. Добрый вечер, Павлина. Рада вас видеть. Здравствуйте. С нами постоянный эксперт данной серии передач. Это Майя Проматарова, эксперт Болгарского культурного института в Москве, кандидат искусствоведения и разработчик болгарских сезонов в иностранке. Майя, добрый вечер. Добрый вечер. С нами сегодня на связи Галина Смирнова из Санкт-Петербурга, кандидат искусствоведения, кандидат филологических наук, филолог. Галина, добрый вечер. Очень рада, что вы с нами. Добрый вечер. А также с нами замечательный переводчик с болгарского языка Мария Ширяева. Она с нами уже не одну культурную передачу. И мы также рады вас видеть, Мария. Спасибо вам за вашу поддержку и замечательные переводы. Здравствуйте, вам спасибо. А мы продолжаем дальше. Я не представилась. Меня зовут Екатерина Артемюк. Если кто не знает, я координатор культурных проектов Центра славянских культур. И рада передать слово, вступительное слово, эксперту Болгарского культурного института в Москве Майе Проматаровой. Маечка, тебе слово. Спасибо еще раз. Здравствуйте, дамы и господа. Я счастлива, что вы снова с нами в этом году. Все еще праздничные дни январские текут, а мы уже говорим о Павле Веженове. Тема великолепная, потому что это один из самых любимых болгарских писателей, любимый не только в Болгарии, а и в России, во всем мире. Его очень много переводили, и обо всем этом мы сегодня поговорим с его дочерью Павлиной Дечевой-Веженовой. Спасибо, Павлина, что вы с нами. Это для нас большая честь. Спасибо. Сегодня, накануне Дня болгарского кино, очень приятно говорить именно о Павле Веженове, потому что он не только автор романов, повестей, рассказов, а его творчество очень тесно связано с болгарским кинематографом. Сегодня и день рождения Вани Цветковой. И это так замечательно, что именно Ваня Цветкова, которая связана в сознании многих-многих зрителей мира вместе с Иннокентием Смоктуновским, через фильм «Барьер», сценарий которого написан Павлом Веженовым, отмечает сегодня свой праздник. И я думаю, что сегодня у нас будет праздничный эфир. Фильм основан на повести, написанной в 1976 году. Он имеет много наград. Мы сегодня еще будем об этом говорить. А немножко, чуть-чуть я вернусь в начале нашего века, 1914 год, год рождения Павла Веженова в Софии. В моем сознании именно создан образ этого района Софии, достаточно грязным, в котором без галош нельзя было ходить. И там началась жизнь мальчика, который тогда, в общем-то, и имел другое имя, Никола Гугов, но об этом мы еще с Павлиной поговорим, когда и как поменялось имя нашего писателя. А мне хочется о другом. В 1932 году, я сегодня это вычислила, ему было 18 лет, вышел первый его рассказ, а в 1938 уже вышел первый его сборник с рассказами. И именно этой улицей без мостовой начинается такая стремительная карьера человека, для которого нет никаких преград, ни в смысле жанров, ни в смысле медий. Он с легкостью, кажется,
так выглядит со стороны, переключается от рассказа к повести, от, скажем, магической фантазмы к конкретному описанию любимой Софии, от путешествия в сознание до реальных путешествий в космосе. И поэтому его, наверное, так любил и кинематограф. Параллельно всему этому он работал в газете «Шершень», если я правильно, Мария, сказала, «Стершел» по-русски. Он работал в журнале «Сентябрь», в журнале «Современник». В общем-то, эти были такие две параллельные линии его жизни. Но в России все-таки мне кажется, что он стал популярен и благодаря переводам, которые сделали такие замечательные переводчицы, как Майя Тарасова. Именно она перевела «Барьер», и она перевела еще «Озерного мальчика». Не менее хороши переводы Любови Лихачевой, переводчицы «Ночью на белых конях». Это, наверное, роман не менее популярен в России. Я думаю, что после «Барьера» чуть ли не самый популярный. Потом и «Белый ящик» перевела Любовь Лихачева. И если к этой серии самых популярных произведений Лихачева добавить еще одно, потому что я могла бы много-много перечислять, я сегодня посмотрела библиографию русскую, и просто я ошеломлена. Это, наверное, «Звезды над нами». Мне Павлина передала такую книгу замечательную, я покажу ее нашим слушателям, зрителям. Это книга о Павле Веженове, и она великолепна тем, я не знаю, как ее, чтобы текст был читабелен, ну, допустим, так. Она замечательна тем, что в ней очень много текстов самого Веженова и о нем. И когда читаешь то, что о нем думают, и это скрещивается тем, что он говорит журналистам, школьникам, то ты понимаешь, на каком перекрестке рождалась его литература, и что ее нельзя называть, я не знаю, кто-то называет это ее фантастической, кто-то называет ее психологической. Масса определений есть об этой очень поэтической, на мой взгляд, очень точной, трепетной, сокровенной литературе, всегда в ядре которой есть философия. Для меня это такой очень размышляющий о нашем времени автор, и все равно, летают ли в космосе его герои, или просто они на машине мчатся по каким-то, я не знаю, шоссе, и встречают ангелов и инопланетян, и происходят чудеса. Этот писатель верил в чудеса, он думал о бессмертии человека, он в чем-то, как все люди, которые рассуждают о жизни на стыке с наукой, в чем-то предвосхищал свое время. И читая и перечитывая его сегодня, мы понимаем, насколько он все-таки писатель 21 века. Хотя его синие закаты, синие бабочки, синие корпуса рождались в 20 веке. И я сегодня даже мельком прочитала такую интересную студию, в котором он вписан вообще в историю вымысла большого романа европейского 20 века, начиная с текстами таких писателей, как автора «Синей птицы». Но мне очень хочется не продолжать, а предоставить возможность говорить дочери писателя Павлине. И первый мой вопрос. Я выросла на текстах Веженова, и для меня это городской писатель, писатель моей родной Софии. Что это для вас означает? И чувствуете ли вы его таким образом? Потому что, насколько мне известно, вы даже задумываете издать сборник с рассказами и эссе, связанными с городом София. Баштами, благодаря. Казахте чудесни думи за него, травнахте ме. Баштами не е само градски писател, той е градски човек. С типично градско светоусещане. Вы сказали столько хороших слов, я, правда, тронута, но мой папа не только городской писатель, это просто горожанин, городской человек с типичным ощущением этого мира. Я сейчас по-русски скажу немножко. Однажды он немного пошутил
намекнув, что нужно создать что-то вроде общества для защиты писателя города. Потому что их всегда нападают. Что у них были больше возможностей, что они раньше поглотили знания и культуру. Так что очень часто критиковали моего отца, что он городской, только городской. А в сущности он очень уважал природу. Он преклонялся перед природой. То, что я могу сказать. Другото, което наистина доста време замисляме два сборника разкази, даже не един евентуално. Първият ще бъде улица Безпавач, Маша. Да, и мы работаем, мы очень долгое время думаем, как издать два сборника, даже не один сборник рассказов, а целых два. Первое – это улица без мостовой. А другой – улица с мостовой. Без мостовой. Там ще бъдат събрани, както каза Майя, не само разкази от по-ранния период на баща ми, които са доста неизвестни вече, но също са много интересни. И там уже во втором сборнике появятся рассказы из раннего периода, Майя говорила о нем. Они не так известны широкому читателю, но очень интересные. Интересното е наистина, че въпреки, че тези разкази са писани много отдавна, те все още будят интерес, и то не само в специализираните читатели, а и в по-широката публика и сред младите читатели. Да, интересно, что эти рассказы были написаны очень давно, но они также интересны не только профессионалам, не только филологам и лингвистам, но и широкому кругу читателей, в том числе молодым, молодежи, молодой публике. Что могу сказать о этом вопросе? А может, мы благодаря Павлине у нас великолепная фотодемонстрация. И, может быть, Катя нам сейчас посодействует, и мы увидим портрет Павла Веженова. Сейчас, минуточку. И начнем. Вот мы его видим. Мне кажется, что он всегда с сигаретой. Мы долго искали фотографию без сигареты, но он заклятый курильщик. Следующая фотография, пожалуйста, Катя. Это уже его автограф. И уже дальше, я надеюсь, что Павлина расскажет об этой пишущей машинке и об этом портрете. На тази пишеща машина той е написал всъщност най-така известните си произведения. И Бърбарата, и Нощта на белите коне. Всъщност той пишеше на нея до края на живота си. Само нещо друго, което е любопитно. Баща ми по принцип пишеше на ръка, твореше на ръка. Той не пишеше направо на пишеща машина. Имаше ужасен почерк, само една машинописка го разгадаваше. Извинявай, Маша. Да, запомним, няма нещо. На этой печатной машинке были напечатаны самые известные произведения Павла Веженова, и он печатал на ней, работал на ней до конца жизни, но я хочу сказать нечто очень важное. Он творил от руки, он писал все свои произведения от руки, у него был ужасный почерк, и только одна машинописка могла расчитать, разгадать, расшифровать то, что там было написано, и она с ним работала. Тя превеждаше, преписваше това, което е написал, след което той сядаше, правеше една редакция, след което отново даваше. И така се получаваха много редакции. И она переписывала все, что могла расшифровать, потом бы все это поступало Павлу Веженову, он редактировал, снова переписывалось все заново, снова еще одна редакция, и так бесконечно редактировался текст. Всъщност тъжното, освен интересно, е, че последният роман, който той записа, напишеше «Долината на светулките». Много малко страници беше написал. Тогава за първ път живота си пишеше на машина. Първа редакция на машина. Да, и грустный эпизод истории, что последнее свое произведение он начал писать уже не от руки, а на пишущей машинке. Это было о светлячках, он написал очень мало страниц, к сожалению, и уже не своим почерком, а стал печатной машинкой. Последната дума, която той написа, да почина, той почина малко след като стана от машината, е думата завинаги. И това за мен има един добър смисъл. И последнее слово, которое он написал на печатной машинке, это слово «навсегда». И для меня это хороший такой символичный смысл в этом есть.
А тази, този фотос, който виждате в момента, е на любимото му кресло в кабинета, където той седеше, гледаше света навънка, когато и мислеше за това, което пише. На фотоса е Националната библиотека на България. Да, а фотографию, которую вы видите сейчас на вашем экране, это Павел Вежинов в своем любимом кресле. Он очень любил в нем сидеть, осматривать мир вокруг. И вы видите на заднем плане это здание Национальной библиотеки Болгарии. И до него, разбира се, любимата котка. Това рядом с ним любимая кошка. Цецо или как ее зовут? Цура. А уже на следующей фотографии мы видим за его спиной картину. Может быть, Павлина нам расскажет, насколько эта картина вписана в его произведение «Ночь на белых конях». Тази картина е много особена в този смисъл. Тя първо, това е един син индустриален пейзаж на българския художник Никола Николов. Эта картина очень особенная. Во-первых, она синяя, поверьте, фотография черно-белая, но это синий индустриальный пейзаж болгарского художника Никола Николова. На отсрещната стена висеше един акварел на Дечко Узунов, едни тичащи розови коне. А на стене напротив висела акварель Дечко Узунова. Это были розовые кони, которые бежали вдаль. По този начин той в един момент той обединява двете картини в своето виждане, в своето въображение и всъщност така създава картината, за която всъщност става дума в «Нощем с белите» в романа, «Нощем с белите коне». И картината, в своей фантазии в какой-то момент Павел Вежинов объединяет эти две картины в одну, и уже эту картину из своих фантазий, своего видения он помещает в свой роман «Ночи на белых конях». Я съм много благодарна на режиссера Зако Хески, който е автор на серийния филм, и на режиссера Арсен Шопов на театралната постановка, че те не си позволиха да направят копия на тази картина, защото е хубаво, че тази картина, така както татко се е комбинирало две, така всеки зрител, всеки читател трябва сам да си измисли. Кое за него е нощта, кои са белите коне? Как изглеждат неговите коне? Неговия устрем? И я очень благодарна режиссерам, которые экранизировали этот роман, и театральным режиссерам Шопову, которые не позволили себе создать копию этой картины, а позволили зрителям, слушателям, так же, как и самому автору, выдумать эту картину, создать ее из двух существующих, реально, но не существующих как одно целое, произведений. Спасибо. Вот здесь мы видим фотографию. Если внимательно всмотритесь, вы увидите, что за левым рукавом маленькая дамская или даже детская ручка. Это, я насколько знаю, это ручка Павлины. Расскажи, пожалуйста, об истории этой фотографии. И вообще твою связь с отцом. Връзката с бащата винаги съществува. Моята седмата ми година, не живеехме вече заедно, родителите ми се разделиха, но винаги е съществувала тази връзка, която се усили, когато аз станах по-възрастен човек, т.е. когато вече той виждаше в мен един равноправен събеседник. Связь с отцом всегда существовала, но мой 7-й год жизни мы уже не жили вместе с папой, родители просто развелись. Но когда я росла, чем больше я становилась взрослой, тем ближе я становилась к отцу. Когда я становилась уже равноправным собеседником, его было со мной интересно. Реката наистина е моята, това снимка... Да, тук съм като малка. Това беше моето отношение към баща ми. Я тут совсем маленькая, это было мое отношение к папе. Вот такое, как мы видим на фотографии. Разбира се, когато виждах фотоапарата, аз трябваше да застана пред него и ако може, даже да го затъмня. Да, и, конечно, когда я видела камеру, я должна была встать перед фотоапаратом, даже закрыть, может быть, кого-то. Но эта фотография, насколько я знаю, сделана до появления Павлины. И у меня такой вопрос, это ее мама и ее папа. Расскажи об этом дне, и если можешь перечислить, это все-таки 49-й год. Какие произведения твоего отца уже были написаны до этой до этого года? Примерно. На тази фотография мама и татко са доста така прясно женени. Тут мама и папа, они недавно поженились. Всъщност, това е 48-ма година, декември месец, 31 декември.
Это 48-й год, 31 декабря. 47-ма година вече излязла романа «Синия залез», който е сринат от критиката като буржуазен. А уже в 37-м вышел роман «Синий закат», и его очень раскритиковали. В 42-м, да, болгарская литература, ужасный. В 42-м он был написан, в 47-м вышел из печата. А, в 47-м, да, издан, в 42-м написан. Я могу показать потом. О, прекрасно, есть? Да, есть у меня первое издание. О, прекрасно, можешь показать? Могу, если включусь. О, прекрасно. Да. Така, 1948 година всъщност е бедна за него от към печатане. Там по-малко неща е напечатал тогава, но вече в момента е писал втора рота за честта на родината, въобще военните повести, с които той става известен. К 48-му году он занимается периодической печатью, меньше выходит романов, но он пишет вторую роту, пишет военные свои повести, которым ну, прославился. Между другото, първата му преводна книга е на руски и на полски. Не могат, разбира се, да кажа точно коя е първата, коя е втората, именно втора рота. И, между прочим, на русский это первая книга, которая выходит в переводе на русский и на польский. Трудно сказать, какой язык опередил какой, но это именно вторая рота. Всъщност, из славата, наградите, преводите те първо предстоят. Те са след 50-та година, 50-та, 52-та. А 52-та вече година излиза следите, остават, които са мернаха току-що в кадър. И, конечно, слава, награды, почести и так далее еще предстоят, они еще не случились, они будут в 50-х годах и в 52-м. Когда выходит книга «Следы остаются», она сейчас на наших экранах. Военная тема в творчестве Веженова не случайно появляется. Он с украинским фронтом до Венгрии, по-моему, или доехал, и был военным корреспондентом. И его военная биография отразилась не только в повестях, а и в его сценарном творчестве. Я буквально сегодня ночью пересматривала фильм «Трое из запаса». Я не думаю, что я видела другую, более смешную и одновременно трогательную и верную картину, как эта картина. Великолепные актеры, опять режиссура Заку Хески, Анастасов, Господинов и Парцалев. Это три великолепных, замечательных актера, которые такие нелепые на фронте и такие, в сущности, настоящие ну, герои. Вот так было переломлено его военный опыт. Может, мы продолжим здесь. Это та машинка, по-моему, та же самая машинка, да? Не. Это или другая. Это другая? Другая машинка? Это старая машинка. А вы меня спросили вначале о псевдониме. А, да. 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 Всъщност, истинското имя на баща ми, това е с майка си и баща си, 1915 година. Татко е първородник. Да, на этой фотографии вы видите маму и папу. Павлу Веженову это 15-й год, он первый ребенок. Всъщност, истинското имя на татко е Никола Делчев Гугов. Затова съм Делчева. Настоящий ли папа Никола Делчев Гугов, поэтому вот я Делчева. По това време всички писатели, повечето, разбира се, особено по-левите писатели, са имали псевдоними. Когато баща ми отива да предаде един ръкопис, си мисли, че трябва да си измисли, разбира се, псевдоним. Искал да бъде нещо много героическо, но не можел да измисли. Както си вървял, видял една кръчма, която се наричала Вежено. И наша... в те времена у писателей в основном были псевдонимы, это было модно, особенно если ты левый писатель. И папа, когда по пути в редакцию, когда нес рукопись, он, конечно, хотел тоже придумать себе какой-нибудь более героичный псевдоним, но по пути в редакцию он увидел вывеску, это был какой-то кабачок, на нем было написано «Вежен». Тъй като той винаги е харесвал името Павел, решил да бъде Павел Веженов. Само, че Христо Радевски, който приял ръкописа,
из Мърморов вече има такъв писател Веженов, и баща ми, чисто като според вътрешна литерация, си променил на Вежинов. Ага. И поскольку ему всегда нравилось имя Павел, он решил, что он будет Павел Веженов. Но Христо Лазарев, который принимал эту рукопись, сказал: слушай, ну есть же уже такой писатель. И тогда папа решил поменять одну букву, и он стал Веженов. Всъщност, до края на живота си баща ми се водеше по паспорт Никола Делчев Гугов от уважение към паметта на баща си, на дядо си, на целия си бащен род, които са хора... Няма значение, това е вече друга история. Затова много пъти пътуваше в паспорта с две имена или с бележка лицето Гугов като лицето Веженов. Ние, аз и моя брат сме кръстени Делчеви. С уважение към това. А до конца жизни в папиных документах значилось его настоящее имя Никола Делчев Гугов из уважения к папиному роду, к роду дедушки. Это совсем другая история, можно долго об этом рассказывать, но когда ему представили какие-то путешествия, он ездил как бы с двумя именами, имея с собой документ о том, что Веженов это тот же Гугов. Да, у меня тоже фамилия Делчева, тоже из уважения к роду папы. Осталось еще у нас детских фотографий, Катя, или мы уже закончили? Если, по-моему, одна мальчик Павел. Да. Давай мы ее покажем. С удовольствием. Давай мы ее покажем и уже... Вот, серьезный господин. С такой... Да. Спасибо большое, Катя. Я... И вернемся опять к... русскому восприятию болгарской литературы, что такое читать Веженова в 80-е, 90-е годы, и что сегодня его читать. Об этом я спрошу, чтобы нам рассказала Галя Смирнова. Я приветствую еще раз всех участников, всех зрителей. Ну, что можно сказать о болгарской литературе? Что я могу сказать о болгарской литературе? Если историю болгарской литературы нам не преподавали, это она оставалась прерогативой кафедры славянских языков и литератур, и у каждой, да и болгаристы изучали, в частности, свою. Но нам, я думаю, очень хорошо были известны по сборникам поэтическим такие имена, как Иван Вазов, там Никола Вапцаров, даже Христо Бутев, наверное, как поэт такой революционный. А вот что касается прозы, то вот я помню даже, что в школе нам даже велели читать эпопею Димитра Димова «Табак». Но, наверное, самым известным был автор в силу, наверное, такого жанра, в котором он выступал, это Богомил Райнов. Вот. И вдруг, вот вы знаете, как говорится, мы, ну что, зарубежная литература у нас в основном была какие-то 50-х, 60-х годов, не очень современная, а отечественная литература, знаете, мы уже, по-моему, знали все технологические процессы, там проката стали и литья чугуна. Вот, и конфликты там главного инженера с директором. Либо это была, ну, сильная, наверное, проза, но очень далекая от нас. Это проза деревенщиков. Вот, и вдруг, когда появляется барьер Павла Веженова, это производит эффект такой разорвавшейся бомбы. Потому что мы, в общем-то, даже не могли понять, что это такое. Вроде бы это все реалистично и совсем нереально. И потом еще сразу как-то вышел «Озерный мальчик». Ну вот у меня, кстати, не в переводе Майи Тарасовой, я посмотрела, а в переводе Горбунова. Но «Озерный мальчик» и вот эти герои, которые ищут какую-то свободу вот в вольных стихиях. Мальчика тянет, вот Валентина его тянет в воду, а Доротея – это воздух, это небо. Но «Озерный мальчик» почему-то, ну, может быть, потому что мы вышли из этого возраста, а в стадию такого глубокого материнства мы не пришли, как-то вот не возымел такого воздействия, нежели повесть «Барьер». Конечно, в
то время больше внимания мы заостряли, конечно, на образе вот Доротеи, нежели на образе главного героя. То же самое и в фильмах, потому что фильм сразу какой-то вот этот совместно болгарско-советский фильм вышел, и то же самое, нас бы совершенно попали под очарование Вани Цветковой. Ну, я, наверное, здесь, может быть, такое исключение, что я не являюсь поклонником Иннокентия Смоктуновского. Сейчас покажем. И мне всегда казалось, ну, и сейчас даже после пересмотра, мне показалось, что все-таки образ в фильме, он более такой прямолинейный. Я не могу сказать, что он там отрицательный, но как бы его там и положительным не нельзя назвать, скорее больше. Вот он там такой и высокомерный, и где-то развязный, где-то даже пошловатый, грубый, но в то же время там и заботливый, и сочувствующий. А спустя вот, ну поскольку вообще-то мне определили задачу как бы сравнить впечатления, впечатление от прочтения и перечтения, то есть вот соединить век нынешний и век минувший, то сейчас при перечитывании я, конечно, сделал, как-то у меня переакцентировка такая произошла именно на образ героя, на образ Антония. И потому что, ну, в общем-то, если говорить о барьерах, то барьеры-то стоят перед ним. Если жизнь принимать... Вообще, наверное, жизнь — это наша земная, это бег с барьерами, и, в общем-то, это всегда преодоление, то, ну, опять-таки, это мое субъективное такое точка зрения. Мне кажется, что Антоний-то как раз все время старается обойти эти барьеры, будь то вот отношения с женой, там, с сыном, и, знаете, даже с кошкой. Потому что в повести все время он говорит, что моя кошка, когда он посещает жену. Вот. В фильме, конечно, сделали, там разделили двух котов, сделали, которые ну, на мой взгляд, тоже роли там не играют. Вот. И он даже в мелочах он как-то обходит эти барьеры. Вот когда он там уезжает в бар, чтобы там выпить, он потом старается вот закоулками, чтобы избежать автоинспекции. Он творческая личность, музыкант, но, как мне кажется, что ему... Он какой-то опустошенный. И... Он уже, может быть, даже и не занимает его так всецело музыка. Вот в фильме как раз это показан этот кадр, когда вот он дирижирует, потом, по-моему, даже не закончив фрагмент, он снимает очки и говорит, там, не спасибо, не до свидания, но на этом, пожалуй, хватит. Вот. Доктор Юракова, если помните, она говорит, что, говорит ему, что ваша музыка логична. То есть вот он проверяет алгебру и гармонию, говоря пушкинскими строками. И вот Доротея, вот, ну, все знают, что там легко это переводится, это как дар Божий, она-то ему и послана для того, чтобы дать крылья. И вы знаете, когда вот я подумала, что ну, Доротея – дар Божий, думаю, а что же вообще Антоний-то? Означает ли что-нибудь имя Антоний? Вот, я посмотрела, оказывается, Антоний – это борющийся и противостоящий. Я не знаю, получилось ли это намеренно вообще у Павла Веженова, или же это просто вот такое, ну, так совпало, но вот я как бы отсюда стала отталкиваться вот при перечтении. Значит, вот он борющийся, и сам же он ведь и ставит очень многие барьеры. Если душа Доротея, ну, как бы душа такая, да, вот помните вот этот кадр, он и в повести есть, и в фильме, когда она выходит нагая из воды, и вот она, действительно, вот эта чистая, светлая душа, она просит его обнять, как бы вот, чтобы душа вот эта вошла в тело. А Антоний же здесь опять ставит какой-то барьер, потому что он, скорее всего, боится вот этого плотского желания.
И хорошо, что есть доктор Юракова, который ему все объясняет, потому что его рацио, ему нужно все время рациональное объяснение. И Юракова ему объясняет очень многое, но полета она ему, значит, она не может сказать ему ни да, ни нет. И это его, конечно, очень, конечно, озадачивает. Он, конечно, вернее, он хочет услышать от доктора именно то, что это был галлюцинация, что это был гипноз, но он этого не слышит. И что делает тогда Антоний? Он же, он сам же и возводит вот другой барьер. То есть непонимание ведет к чему? К малодушию, к страху, к трусости, к предательству. И поэтому он возводит этот барьер, говорит, что там он уезжает в Пловдив и уезжает там куда-то в Боровец, да, я не помню. Ну вот, значит, в фильме это, конечно, вот там есть только один, по-моему, один кадр, когда он там пантеистическому чувству предается, а вообще-то он везде ходит, там, где много народу, он там, как пишет Веженов, он был пьяный и угрюм, и потом он только понимает, что все, что ему было дано, и все его вот это поступки – это глупость и дурь. Но, к сожалению, уже возвращение слишком поздно. Да. Вот, я, значит, вы знаете, и просто вот образ действительно Антония получился, он такой гораздо глубже, мне кажется, чем он в фильме, он такой многогранный, и еще вот, наверное, сейчас я уже завершу, потому что я всегда боюсь перечитывать книги, которые понравились много-много лет назад. А вот здесь вот для меня почему-то открылось, мне кажется, что я в большей степени прониклась этой повестью и, может быть, даже больше поняла как-то уже с высоты таких уже прожитых лет. Вот. И, к сожалению, вот у меня есть бумажный вариант, но в связи с переездом я не могла его найти, он где-то под спудом, может, в новом жилище, может, в старом. Вот «Озерного мальчика» вот нашла. Вот. А этот нет. И мне пришлось читать в электронном варианте. А в электронном варианте на сайтах всегда есть значит, такой рейтинг, когда ставят какие-то оценки. И неленивые писатели еще и пишут отзывы. И вы знаете, очень много вдумчивых таких отзывов было, очень глубоких, когда современники наши, это уже действительно там поколение, это совсем молодое, которые пишут, что повесть Веженова очень актуальна именно в наше время. И неважно, что ты там человек не творческих профессий, но если тебе, в общем-то, вот как-то приходит к тебе вот такой, или даруется тебе вот этот дар Божий, так что надо быть чутким, иначе ты погибнешь и погубишь и то, что тебе даровано, и сам погибнешь. И очень высокие оценки, в общем-то, если там пятибалльная оценка, то там обычно там всегда 4-4,5 балла, если 10-бальная, 8, от 8 до 9,5. Так что вот этот роман, повесть, конечно, эта повесть все-таки оказывается до сих пор актуальны и востребованы. Вот извините, пожалуйста, что я задержала. Спасибо большое. Я хочу только добавить, что я смотрела рейтинги в Кинопоиске фильма «Барьер». То же самое. Очень много комментариев и очень высокие оценки. Но, может быть, Мария Ширяева дополнит немножко свои впечатления, как она изучала уже в Московском университете Веженова. Да, с удовольствием. И тут нам Галина Смирнова дала столько спойлеров. Я вообще завидую тем людям, кто только соприкоснется с творчеством Веженова. Нам подробно рассказали и какие-то наметки сюжетные, и сравнивали и фильм, и саму повесть. И на самом деле эти книги звучат достаточно современно. И, может быть, они звучат современно не только и не столько для специалистов. Я являюсь болгаристом, и в Московском государственном университете мы болгарскую литературу изучали достаточно подробно, начиная с самых истоков и заканчивая самыми современными писателями, до которых можем дотянуться из Москвы до Болгарии. И Веженов, конечно, занимал значительное место. Но я хотела бы сказать, что мое первое знакомство было даже вне университета. Мой папа очень любит фантастику.
А поскольку мы выросли в такой стране, в которой книги были дефицитом и были большой ценностью, и за книгами всегда была очередь. Книги обменивались на какие-то предметы мебели, на что-то еще. Вот у нас дома собралась большая коллекция библиотеки «Фантастика». Из обложек, которые вы показывали, мы видели, что часть произведений Веженова издавалась либо в библиотеке «Приключений», либо в библиотеке «Фантастики». И вот папа был тем человеком, который мне сказал: посмотри, вот болгарский писатель Павел Веженов, ты будешь изучать этот язык. Ладно, Богумила Райнова я не буду тебе давать, ты не любишь детективы. А вот здесь, посмотри, это такая фантастика уровня Стругацких, уровня Лема. Это тебе должно понравиться. И что важно, для Павла Веженова фантастика не была научными достижениями и соревнованиями. Это были не столько полеты в космос, межгалактические приключения, которыми интересуются лишь узкий круг читателей, любителей специально. Фантастика — это была возможность убежать в мир философии, в мир сопоставлений, в мир воображения. И в этом смысле это такая была антицензура. Если мы что-то представим в области фантастики, можно сказать что-то большее, чем рамки соцреализма, которые когда-то в начале, вот мы говорили о раннем творчестве, все равно вся цензура, вся критика строилась на основах вот этих столпах соцреализма. За это и критиковали многих писателей. Фантастика была свобода. И это свобода в мыслях, свобода полета, вне барьеров, вне каких-то ограничений, как профессор Урунов, например. Он же тоже избежал вот этих ограничений и ушел в синеву. Вот этот синий цвет, вот эта свобода воображения, фантазия, полет — это все была фантастика Веженова. И в этом смысле совершенно правильно его считают первопроходцем в этой области. Хотя в болгарской литературе, я как болгарист скажу, были дебалисты, был Минков, был Райчев, был Чавдар Мутафов. Все с элементами фантастики. Были же и демоны, и какие-то готические такие, да, тенденции в болгарской литературе. Но это была совершенно другая фантастика. Вот фантастика Веженова звучит удивительно современно. Поэтому те из вас, кто впервые возьмут его книги, вы поразитесь, насколько по-новому вы откроете для себя мир болгарской литературы. Это не только Село, это не только Элин Пелин, не только Вазов с его героикой, не только пафос Ботева, хотя он имеет место быть. Всего 12 стихотворений, да, Ботев нам оставил, но вот сколько было. Все это мы должны вписывать в контекст. Вот для Веженова контекст очень широкий. Это вся мировая литература. Это все, на что мы можем опереться, не зная ничего о Болгарии, то делает его, естественно, популярным и очень переводимым автором. И закончить я хочу одним фактом, очень показательным, в рамках Болгарии. В 2009 году проходила акция «Большое чтение», и создавался рейтинг по популярности произведений вообще мировой литературы. «Ночью на белых конях» заняло 65-е место, обогнав «Алису в стране чудес», 451 градус по Фаренгейту, обогнав Илиаду, то есть самые какие-то основные, самые известные произведения остались позади, и на 65-м месте по значимости, по современности, по актуальности оказался роман Павла Веженова «Ночью на белых конях», о котором мы говорили, сравнивая картины. Так что, Веженов, что я хочу сказать, вам предстоит огромное открытие, если вы никогда не читали этого автора, открытие себя, открытие для себя Болгарии, открытие каких-то фантастических миров фантазии, и будет интересно сравнивать потом уже романы, которые вы читаете и вы создаете в своем воображении с экранизациями, потому что кроме «Барьера» экранизованы еще некоторые произведения, но «Барьер» нам интересен из-за Смоктуновского, из-за связи. Вот, давайте сейчас внимание на экран. Чувствует? Ну, по-моему, хорошо. Ага. Она просила извинить за то, что не смогла сама прийти. Это не важно. Чем дальше она будет от нас, тем лучше. Угу. Как она работает? Отлично. В издательстве ее хвалят. Ага. Она увлеклась музыкой. Ага. Что ж, неплохо. Но Доротее вредно слишком волноваться. А музыка вызывает сильные эмоции. Товарищ Манев, сколько еще она пробудет у вас? Не знаю. Я об этом пока не думал. А подумать бы не мешало.
Ведь Доротея может к вам привязаться, а это опасно. Потом она будет тяжело переживать разлуку. Во всяком случае, если возникнут вопросы, обращайтесь ко мне. Да, она меня буквально каждую минуту ставит в тупик. Ну, например? Ну, в общем-то, мелочи. А все-таки? Кто воображает, что она Жанна Д'Арк, то еще что-нибудь... Я уже не говорю о ее способности к телепатии. Ну, это не должно вас беспокоить. Просто у Доротеи на редкость восприимчивая натура. Она не предлагала вам когда-нибудь летать? Летать? Как? С самолетом? Нет. Нет, как птица. Видите ли, это одна из ее навязчивых идей. Или, вернее, мечта, которая характеризует ее как человека. Вам снилось когда-нибудь, что вы летаете? Нет. Странно. Ничего странного. Люди летают лишь в сказках или в фантазиях художников, как у Шагала. А вот мне недавно приснилось. Я летала, как птица, над озерами, лесами. Хорошо. Так вам она пока не предлагала летать? Да нет. Я, правда, иногда поднимаюсь с ней на верхнюю террасу. Но отлетать... Нет, нет, не надо пугаться, это просто рецидивы, и ее пугать не стоит. Душа человека, знаете ли... Я думал, вы меня подбодрите. Я вас все-таки напугала. Да, немного есть. А может быть, я нарочно? Впрочем, я уверена, что вы никогда не переступите барьер. Какой барьер? Так говорится. Вот вещи Доротеи. Что ты делаешь в коридоре? Жду тебя. Который час? Скоро 12. А ты должна быть в постели в 11. Мне было страшно. Меня это не интересует. Я никогда не менял своих привычек и не собираюсь их менять ради тебя. Черт! Я привыкну, увидишь. Ложись спать. Антоний. Ну? Антоний. Чего тебе? Я слышу музыку. Ну, ты мне уже об этом говорила. Нет, нет, это не то. Раньше я так читала музыку, а теперь слышу звуки, будто играет оркестр. А может быть, ты слышишь что-нибудь другое? Нет, именно то, что переписываю, будто в голове у меня маленький транзистор. Забыл купить сигарет. А когда ты не смотришь в ноты, музыка звучит? Нет, сразу стихает. Интересно. Ты не можешь представить, до чего интересно. Ну, я бы этому не радовался. Лучше я куплю 2-3 транзистора, чтобы у тебя перестало звенеть в голове. По-моему, тебе не стоит так уж этим увлекаться. Но это мне приятно. Это волнует меня. Знаю. Но, может быть, поэтому и не стоит? А? Доротея, тебе надо отдохнуть. Это необходимо. Спасибо большое за этот фрагмент. Сразу, я думаю, что он какую-то эссенцию фильма передает. Катя, насколько я поняла, поступили вопросы от наших слушателей. Может быть, Павлина ответит на вопрос? Да, уважаемая Павлина.
Нам в чат написала Алена Янушка, киновед, кинокритик, редактор и студентка в ГИКа. Я бы хотела от ее имени озвучить вам ее вопрос. Есть ли у автора другие произведения о непреодолимом барьере в сознании человека? Спасибо. Малко ми е трудно така да импровизирам точно на тази тема. Мога да спомена герои, които са преминали бариерата вече. Това е Урумов. Професор Урумов, който търси истината там, където другите не я търсят. И по този начин прави едно велико откритие. Той се освобождава от бариерите, които са го стягали. Друг тип бариера прескача дядо Щилян от Звездите над нас. Маша? Да, мне трудно импровизировать просто так вот ответ на этот вопрос, но я скорее расскажу о тех героях, которые преодолевают барьеры в своей жизни. Это профессор Урумов. Он преодолевает барьер, он ищет истину там, где другие ее не ищут, и таким образом как бы пролетает над барьером. Это дедушка Штилян из «Звезды над нами». Има и още нещо, че всъщност баща ми мисли за две бариери, не само за една. Първата е бариерата на посредственото мислене, на мисленето въз основата на авторитета. Никой не може да бъде творец, ако залага само на установеното. И вообще мой папа рассматривает барьеры в двух смысловых пластах. Первый – это авторитеты, и никакой творец не может ориентироваться в своем творчестве на какие-то устоявшиеся позиции, на авторитеты. Он должен преодолеть этот барьер. Друга, втората бариера – това е вече бариерата на чувствата. Да я преодолееш не е много по-трудно, защото докато човек може да се стреми и да преодолее бариерата на мисленето, е много безкрайно трудно да можеш да преодолееш чувствата си. Обикновено тази бариера може да бъде прескочена, когато има някакъв силен момент, конфликт, прелом, сътресение. И если первый барьер – это барьер мышления, второй барьер – это барьер чувств. И этот барьер очень трудно перескочить, это намного труднее, чем преодолеть мыслимые преграды. И барьер чувств можно преодолеть, когда ты впадаешь в какой-то конфликт, когда ты сталкиваешься с какой-то острой конфликтной ситуацией. Это противоборство. Надеемся, что мы говорим. Спасибо большое. Я немножко уже вижу, время, к сожалению, подходит к концу, у нас всего еще 8 минут, но мне обязательно хочется спросить Павлину об экранизациях, о кинематографе Павла Вежинова. Я начну здесь с выступления русского поэта Борис Слуцкий, который делил людей на три категории. Одна – те, которые читали «Братья Карамазовы». Те, которые еще не читали братья Карамазовы, и те, которые никогда не прочтут братья Карамазовы. Но този русский поэт Евгений Евтушенко придумал и четвертую категорию. Те, которые смотрели его в кино. Знаете, мне печально, если ты знаешь одно произведение, знаковое произведение, как «Барьер», например, за моего отца, только как фильм. Извинявайте, отново ще мина на български. Баща ми смята, той не казвам, че не харесва бариерата филма, но той смята, цена филма. Но това не е повестта бариерата, която той е написал. Защото и смята, че киното е двоостро оръжие. Маша, извинявай, забравих. Няма нищо. Я не могу сказать, что папе не нравилась экранизация «Барьера», но на первом месте все-таки сама повесть, сам литературный текст, потому что он считал, что киноискусство – это оружие с двумя остриями. И затова му се искаше първо човек да прочете «Бариерата» и тогава да гледа филма. И поэтому ему хотелось сначала, чтобы прочитали саму повесть, а потом уже посмотрели на ее экранизацию. Въпреки, че филма беше изключително добре прият, особено в Москва, аз бях дала на Маша да преведе предварително няколко изказвания на големи кино
Да, несмотря на то, что сам фильм «Барьер» был очень хорошо принят, особенно в Москве, он получил серебряную медаль Московского кинофестиваля, и вот мне Павлина отправила предварительно несколько отзывов об этом фильме. Первый из них Марлен Хуциев говорит, что это великолепное изящество, покоряющая пластичность, сокровенная интимность, страстная поэтика, пламенное человеколюбие, неостывающая теплота. Так лаконично, но очень точно можно охарактеризовать болгарский фильм «Барьер». Хуан Антонио Бардем говорит: «Барьер» — это фильм с исключительным артистическим чувством человеческого характера и судеб. Прежде всего, он очень человечен. Он создан искренне и артистично, на одном дыхании. И Жан Муро, сам Жан Муро пишет: «Эта лента просто обязывает тебя думать, сопоставлять, искать определения, сравнения, достоинства, слабые места, потому что как в жизни, так и в искусстве совершенства не существует. Совершенство надо искать в музеях, а не в житейских баталиях». Знаю, че вече съм занимала. Искам се пак малко да похваля баща ми. Извинявайте. Съгласно индексу ЮНЕСКО за период 1979 год, который включает более 2 миллионов статей, Павел Вежнов является наиболее переводимым болгарским писателем на иностранных языков. Вот это хочу сказать. Это прекрасно. Давайте пролистаем фотографии, и, может быть, скоро к нам присоединится в последние несколько минут внучка Павлови. Вот-вот, смотрите, это апостол Карамити. Ого, видно, здравствуйте. Здравствуйте. Първо да кажа няколко думи за фотографиите. Това са екранизации от известни български филми, доста популярни. Няма вече да ги изброявам, време няма. Да, несколько слов о самих фотографиях. Это кадры, экранизации очень популярных болгарских кинолент. Я не буду их перечислять, просто уже нет времени на это. Ну, но они даже фотографии великолепно раскрывают атмосферу. Может быть, на фоне этих фотографий, этих великолепных актеров, Вида нам скажет, какое твое любимое произведение деда? Да, любимое тип произведения на дяду. Ами, фантастичните му разкази, като «Сините пеперуди», «Кога си в лодката», също романа му «Звездите над нас». Да, это фантастические рассказы, «Сини бабочки», «В лодке» и «Звезды над нами» роман. Прекрасно. Но вы, может, наши слушатели не знают, но Вида — это не только внучка, она литературный обозреватель. Вот буквально день назад мы читали ее литературное обозрение, так что история продолжается. И очень жаль, Катя, что мы должны пойти уже к финалу нашего разговора. И я думаю, что он только начинается в новом времени раскрытие Павла Вежинова. Спасибо. Да, дорогие друзья, времени осталось совсем мало. Я думаю, можно подвести какой-то мини-итог. Остальные выводы дела за зрителями, за читателями повестей романов повестей романов Павла Веженова. И мы очень советуем прочитать эту повесть, которую сегодня обсудили. Также вы можете посмотреть фильм, если его не смотрели. В социальных сетях мы обязательно разместим ссылку на данную кинокартину, кто захочет сегодня вечер посвятить пересматриванию этой киноленты. Я благодарю наших дорогих экспертов, замечательных гостей, кто сегодня был с нами. Это, конечно же, дочь писателя Павлина Делчева-Веженова. Благодарим его внучку за поддержание и дальше его творчество, его литературных взглядах, за, может быть, новые какие-то открытия, которые вы сегодня донесли до наших слушателей. Благодарим Галину Смирнову за такое развернутое представление, наверное, в новом качестве этого произведения. Спасибо большое. Тоже появились какие-то мысли и захотелось задуматься о главном герое. Спасибо Марии Ширяевой за ее настолько глубокие познания болгарской литературы, когда в сравнении познаются и герои, и писатели, и за ваши прекрасные переводы, Мария.
И, конечно же, Майе Проматаровой, эксперту Болгарского культурного института, кто, в общем-то, пригласил наших замечательных гостей сюда, в студию, и продолжает радовать своими идеями новых творческих встреч. Майя, тебе слово заключительное. Спасибо, дорогие друзья. Я могу сказать, что уже ночи напролет несколько читаю, пересматриваю фильмы и перечитываю повести Веженова, что всем вам желаю. Спокойного вечера с книжкой в руке. До свидания. Спасибо, Катя. До свидания. До свидания.